Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и мы на Нормандии. Я думала перейти к выполнению личных квестов соратников, но обнаружила, что мы, между прочим, еще забыли взять Тали с собой. Вот, поэтому я думаю, что мы должны отправиться за ней именно, а потом уже все остальное. Ну что ж, отправляемся в систему Долин или Долен. Опять какие-то насекомые. Ой. Это солнышко тут такое? Шепард, судя по нашим данным, Тали находится где-то в развалинах. Там зафиксирована высокая активность гетов, общая обстановка неблагоприятна. Солнечное излучение пробивает защитную магнитосферу Хестрома. Ваши щиты будут расходоваться на солнце. Угу. Текс. Понятно, значит, на солнце не выходим. Как это там было? Удочки не берем, на солнце не выходим, да? Ага. А на солнце не выходить нельзя. Понятно, хорошо. Так. А, против щитов... Давайте вот это вот возьмем, да? И бегом. Ой, блин, опять не то. Мои щиты перегораются. Нанесем удар у стены, но прятаться не будем. Да, куда уж мы. Текс. Срочная запись в журнале. Здесь гетты. Я остался, чтобы другие успели уйти. Всем, кто меня слышит, найдите Тали Зору. Она ее данные приоритет номер один. Кила Салай. Текс. Ты тут погиб, да? Да, мы поняли. Так. Десантный корабль, огромный. Так. Да не... Так, ага. Да, я вас вижу, ребята. Ай! Шепард, ты вообще... Угу, хорошо. Как-то она опять не приклеивается у меня. Так. Тут все. Да, и я все патроны подобрала. Интересно, наверху там есть что-нибудь полезное, или это так, для заманухи, там, проход? Так, на солнце не выходим. Но придется, да? Угу. Так. Да куда ты лезешь? Ребят, может вы выйдете с солнца? Вы на солнце или нет? Ага. Так. Считается ли это место тенечком? Все еще там? Уже нет.
Так, с очищенной иридией. Внезапно. Так, бегом, бегом, бегом. On the ground, now! Чё, кто? Где? Куда? Почему и зачем? Давай мы тут вместе с тобой. О, молодца. Так, чё, опять туда? А, нет, тут тенечек. О! А в кого вы там стреляете, ребят? А может, мы будем дружить? Прием, прием, прием. ОП-1, говорит командир группы Кэл Ригар. Гетты бросили капсулу на ОП-2. Тализор в безопасности, но нам нужно подкрепление. Мы укрылись здесь. Можете выслать подкрепление? О, трофейчики. Нет, мы не можем. Так, получено пистолет-пулемет «Ярость». Ну, клево. ОП-1, это Кэл Ригар, ждем вас. Конец связи. Говорит капитан Шепард с Нормандии. Мы можем вам помочь? Переведи рацию на канал 617 Тета. Мы выполняли секретное задание. Мы нашли, что искали, но гетты нас обнаружили. Нас зажали, к кораблю не пробиться. Передать данные не могу из-за солнечного излучения. Как обстановка? Мы будем через несколько минут. Продвигайтесь осторожно. Солнце выжигает щиты за несколько секунд. Мы окопались в лагере в долине. Я отослал Тализора в укрытие, потом вернулся, чтобы сдержать врага. Главная задача — вывести отсюда Тали. Эвакуируй ее, и мы прикроем. Ты уверен, что гетты еще не добрались до Тали? Да, с ней мои лучшие люди. По прибытии свяжитесь с ней по интеркому. Каждый солдат готов поклясться защищать Тализору. Мы будем защищать ее до последней капли крови. Ты хочешь пожертвовать жизнью ради исследований? Никак нет. Я отдам жизнь за мигрирующий флот. Есть разница. Шепард, я не инженер, я солдат. Мне говорят стрелять, я стреляю. Нужно защитить Тали и данные. Если спасешь их, задание будет выполнено. Держать позицию. Мы ударим им в тыл. Будьте готовы. Приближается десантная капсула. Ой, розовенькая креветочка. Тыдыщ. Черт, дверь заблокирована. Возьми взрывчатку в соседнем здании. Расчисть путь. Они заходят с фланга, придется отступить. Шепард, я бы сохранила местность и обнаружила взрывателя, о которых говорил командир Кварианцев. Так, сейчас ты... Ай-яй-яй-яй, сейчас будет больно. Ну или не мне. Фух, было больно не мне. Так. А что ты еще светишься? Я бы не сказала, что там вот прям вот так вот заблокировала дверь, что ее не открыть, да? Так, гетты. Ага. Да падай! Она, понимаете ли, иридий берет. Так. Там вот что-то светится, нам туда. Нет, там враги, значит, нам сюда. Кто забыл сесть? Хе-хе-хе. Кехе. Да блин. Так, хорошо. Так, дневник Тали. Где-то тут дневник Тали. Мне подсвечивалось.
Нужно взять образцы грунта, чтобы определить скорость роста излучения, но оборудование разваливается прямо на глазах. Когда-то Шепард использовала горный лазер для расчистки завалов на Теруме. Попробую справиться при помощи взрывчатки. Ага, взрывчатка. Найден подрывной заряд. Так, взяли? А, вот, да, прогрузился пенициллин. А, так, ой. Ай, больно. Давай, 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 прайм. Фух. Так. Чё, все? Так, а нам вообще куда идти-то надо? А, тут медстанция. Понятно. Значит, все-таки туда. Нас жмут. Так. Ой-ой-ой. Incoming. Да блин. Да, я вспоминаю самого парня-аутиста и думаю, чем же он все-таки мог издавать такие звуки. Такие, которые издают геды. Так, там, по-моему, еще один остался, да? Или даже не один. Там кто-то из... А, да. Кто-то из моих там остался, верно? Так, перегрузка щитов. Спрятались. Иридий. Блин, я бы наверх забралась. Давайте бегом. Посмотреть, что там. Так, еще один дневник Тали. Не удается точно измерить солнечное излучение. Оно просто выжигает наше оборудование. С солнцем что-то не так. Пару столетий назад все еще было нормально, а звезды не умирают так быстро. Угу, понятно. Так. Ну, нам, наверное, туда вот, да, куда-то. Бегом, бегом, бегом. Если там были враги, значит, нам туда. Я по такой логике действую. Так, второй подрывной заряд найден. Где? Да, Шепард, ты чё? Как-то ты странно себя ведёшь, Шепард. Да куда ты? Офигеть! То есть он, блин, будет мне полностью перекрывать путь, да? Вот, а потом, Шепард, ты в меня стреляешь. А. Так, там наверху еще остался? Или они спускаются постепенно? Так. Угу. Так, хорошо. Отлепляемся. Перебегаемся. Так, и теперь нам туда, да? Обрушившаяся колонна. Установи взрывчатку.
Ой. Так, Грюнт, иди сюда. Тыдыщ. Вот я бы не сказала, что тут нельзя было как-то перелезть, да, там друг друга подсадить на плечики и пролезть вот к этой двери. Тоже мне прям очень надежно заблокированная дверь. А? Какое явление? Драматично. Это акварианская архитектура, точнее ее останки. Нам-то какое дело? Каждый должен сам решать, хочет ли он сюда попасть. Так, что там было про останки? Дверь осмотреть. Тализора, базовому лагерю, ответьте, базовый лагерь. Прием, кто-нибудь меня слышит? Тали, это Шепард. Прости, все остальные погибли. Все выжившие, должно быть, отступили. Мы знали, что это задание опасно. Вот черт. А что ты здесь делаешь, Шепард? Мы же в самом логове гетов. Поговорим об этом позже. Доложи обстановку. Кэл Ригер и оставшиеся в живых солдаты провели меня в обсерваторию. Тебе нужно пройти через дверь, а затем пересечь поле. Я собрала все нужные данные и сейчас в безопасности, но снаружи много гетов. Что это за исследование ты проводила? Я изучала солнце этого мира. Оно стареет быстрее, чем должно. Когда в нас не будут стрелять столько гетов, я расскажу подробнее. Может, стоит вызвать сюда Нормандию? Не думаю. Этим зданиям много веков. Один залп тяжелого орудия, и они обрушатся нам на головы. Ты там одна или с тобой кто-то есть? Ригер и его бойцы прикрывали меня, когда я бежала в обсерваторию. По крайней мере, кто-то из них еще жив. Я слышала, как они стреляли в гетов снаружи. Так. Похоже, кто-то заблокировал дверь, чтобы не проникли геты, а консоль повреждена. Можешь открыть ее с той стороны? Посмотрим. Ага, теперь должно открыться. Осторожнее, Шепард. И, пожалуйста, не дай Ригеру погибнуть. Так, стоп. Мы сначала все тут соберем. Старинный стеной шкаф. Так, кружочек. Так, сверху у нас кружочек, здесь две. Ага. Отлично. Что у нас полезного? Получены кредиты. Наши предки ходили по этим залам с непокрытой головой. Должно быть, солнце тогда было другим. Столько места, каменные стены. Восхитительно. Видели бы это мои друзья. Жаль, Шепард не здесь. Шепард здесь? Так. Разобранная винтовка гетов. Поврежденный гет. Их белая псевдокровь. В чем шкафчик? Шкафчик для оружия. Перевыбрать вооружение. Так, ну вроде мы все здесь собрали, да? Тогда идем. Так, медстанция. Я так понимаю, нам предстоит большая битва, да, с гетами. Ай, они ушли. Дроны использовали технологию визуальной маскировки. Да почему ты? Что с тобой такое, а? Шепард. Она как-то очень странно прицепляет. Да, она вообще не прицепляется к стенам и не может из-за них стрелять. Так, ребят, давайте пока я тут
пытаюсь разобраться с управлением. Да, Шепард, что с тобой происходит, а? Давай мы выгоним. Ты там заклинил? Ой, ой, ой. Hostiles. My shields are down. Go in peace. Go in peace. Go in peace. Am I here to be praised? One fall. Clean kill. Так, ну. Ой. Go in peace. Прячься, прячься, прячься. Он наконец-то стало отображаться его здоровье. Ребята, я тут опять одна, да? Или что? Вот там вот кто такой проходил? Ай-яй-яй. Грюнт, а что ты там делал? Ай! Шепард! Я не знаю, у меня, может быть, с джойстиком что-то не то, или что вообще происходит? То есть, ну, вот за эту битву у меня крест нормально сработал, всего ничего. Перебегай. Сдохнем же. Так, вроде сейчас норм. Какие хорошие враги, патроны выдают. Ой, это я плохо замаскировалась. Я бы даже сказала, отвратительно. Тебя ничего не напрягает в этой ситуации? Ой, твою мать! Опаньки. Так, ну. Все. О, какой ты молодец, ты его там поджарил. Такс. Нам вот в ту дверку, да? Слева. Бегом. Хорошо. Так, еще одна консоль безопасности. Ух ты. Колосс. Ложись. Колосс и Гетто. Вот поэтому я за тебя держусь, Шепард. Большие штуки. Так, а мы вообще достаем до него отсюда? Я до него достану, да, нет, не отсюда. Я до него достану, например, из снайперки. Да, его тут это... Долго. Мусолить придется. Yeah, right on your ass. Так они и стояли. I'll put them down. Watch out, piece of crap's repairing itself. А, нет, оно восстанавливается. Черт. А я-то надеялась.
В укрытие он... А, то есть его зря, да? Его нельзя так отсюда выковырять. Yeah, жаль. Я надеялась. Кайл Риггер, это ты? Командир отряда Кайл Риггера, пехота мигрирующего флота. Мы говорили по радио, рации перед приземлением. Я до сих пор не знаю, что вы тут делаете, но приму любую помощь. Тали в том здании. Где-то перебили весь мой взвод, и теперь пытаются добраться до нее. Все, что я мог сделать, это отвлечь их на себя. Ты уверен, что она еще жива? Эта обсерватория укреплена. Даже Геттам потребуется время, чтобы проникнуть внутрь. Тяжело открыть дверь, если кто-то обстреливает тебя ракетами. Гетта и близко к взводу, но самое худшее — это колосс. Эта чертова штука умеет себя ремонтировать. Ага. Не могу нормально прицелиться. На секунду высунулся и тут же получил дырку в костюме от одного из этих ублюдков. Как сильно поврежден твой костюм? Костюм восстановил целостность, но боюсь заражения. Использую антибиотики. Может, где-то меня убьют, но не хочется умирать от инфекции в гуще боя. Было бы обидно. Можешь описать диспозицию? Справа платформа с площадкой для снайпера. Моих бойцов положили по дороге туда, но позиция очень удачная. В центре есть укрытие, но этот проклятый колосс постоянно держит тебя на прицеле. С обеих флангов постоянно наседают гетты. Слева есть укрытие от колосса, но там вы будете у геттов как на ладони. Так меня и подстрелили. Есть идеи, что делать с колоссом? Стандартная тактика поражения шагающих танков — пробить щиты, а затем вывести из строя. Медленно, но безопасно. Увы, его способность к саморемонту все портит. Ты пытаешься измотать врага, а он сам себя восстанавливает. Значит, нужно уничтожить его быстрым ударом. Придется подойти к нему как можно ближе. Нам надо пробиться к Тали. Есть идеи? Всего одна. Быстро я идти не смогу, но на курок нажать сумею. А еще у меня есть гранатомет, до которого пока не добралось солнце. Ты подбираешься поближе, я отвлеку колосса, может быть, даже получится сбить щиты. Немного удачи и победа за тобой. Интересно, если мы скажем ему, типа, как похоже на план, то это приведет к его гибели? Блин, а если нет? А он издалека сможет держать под прикрытием? Ну, ладно, давай. Ты уже достаточно сделал, Риггер. Незачем понапрасну жертвовать собой. А мне твоего разрешения не надо. Моя задача — защищать Тали. Это единственный шанс. У нас не так много людей, чтобы валить на одного человека задачу целого отряда. Жди здесь. Ты хочешь, чтобы я отсиживался, а вы сражались? Да они не уничтожили мой отряд. Если хочешь отомстить за отряд, прикрывай нас. Ты нужен здесь, на случай, если к ним придет подкрепление. Ладно, Шепард, будь по-твоему. Перестреляй их за меня. Kill us alive. Так. А здесь будет подкрепление к геттам приходить? Или они сколько-то определенное количество, и все? Так. Так. Колосс, блин. Как же он ржет, а? Так. Так, кто здесь подобрался? Нехороший человек. Так ему и надо.
Текс. Yeah, right on your ass. Что у нас тут хорошего? Очищенные иридии. Замечательно. Так. Что у нас тут? Ой-ой-ой. Да, тут у нас геты. Хорошо. Ух, какой взрыв. А, это ты там сбоку подкрался. Молодца. Молодца. Так, бежим, 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 бежим. Ай, больно. Быстрее, 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 быстрее. Так, тебе надо подкрасться сбоку, да? Или как? А. Да прячься ты, Шепард. Такс. On the ground, now! Да куда ты? Если мы снимем ему щиты, а потом тяжелым вооружением жахнем, это поможет? Ага. Так. Хорошо. On the ground, now. Отлично. Почему мы приклеились? Так, кто тут еще? По-моему, ты выбрал не тот день. А, вас там много. А куда ты ушел? От меня Гет сбежал. О, правильно, нашелся. Так. Элементы питания. Покушаем. Секундочку, я закрыла дверь, чтобы сюда другие Геты не пробрались. Кажется, сработало. Так, сейчас я закончу загрузку. Тикс. Здравствуй, Тали. Спасибо, Шепард. Если бы не ты, я бы никогда не выбралась отсюда. Кошмарное задание, с начала и до конца. Я хотела помочь тебе на пути свободы, но не смогла позволить кому-то другому занять мое место в столь опасном деле. Здесь погибло много кварианцев. Дело стоило того? Не знаю, Шепард. Это была не моя идея. Коллегия адмиралов посчитала, что информация с этой планеты стоит того, чтобы пожертвовать нашими жизнями. Я надеюсь, что они знают, как лучше. Я не спрашивала, что думает какой-то адмирал. Что ты думаешь? Здесь погибло много людей. Среди них были мои друзья. Они были профессионалами. Лучше бы это проклятые данные того стоили. Цена слишком высока. Что ты можешь рассказать о своем исследовании? Солнце Хестрома нестабильно. Во время времена кварианской колонии это было обычное светило. Оно не должно было измениться так быстро. Что, по-твоему, вызвало дестабилизацию Солнца? Я полагаю, что это результат воздействия темной энергии на глубинные слои Солнца. Этот эффект похож на выброс звездной массы перед переходом в фазу красного гиганта. Но Солнце Хестрома слишком молодо для подобной реакции. Как бы то ни было, рада, что смогла помочь. Когда отправишь данные, можешь присоединяться к команде Нормандии. Я обещала выполнить это задание, и я выполнила его. Теперь могу отправиться с тобой и отослать эти данные флоту. А если адмиралам не понравится, могут катиться к черту. У меня на глазах погибла вся команда. Может быть, не вся команда, мэм. Ригар, ты жив. Как ты и рассказывала, твой старый капитан действительно хорош. У проклятого колосса не было шансов. Если хочешь, Ригар, можешь полететь на Нормандию. Геты не повредили наш корабль. Если удастся улететь до прибытия их подкреплений, все будет хорошо. Так сложилось, что я с тобой не лечу. Я присоединяюсь к капитану Шепард. Я передам данные в коллегию адмиралов и расскажу им, что случилось. Теперь она с тобой, Шепард. Береги ее.
Ура! Тали Зора стала членом команды. Несмотря на то, что Тали Зора верна капитану, она крайне негативно относится к Церберу и должна находиться под постоянным наблюдением. На тот случай, если действия гетов на Хестерме спровоцируют ответную реакцию, мы высылаем разведку. Ура! К нам присоединилась Тали! В Цербере видели съемку твоей работы, Тали Зора. Мы будем рады заполучить тебя в команду. Твои инженерные навыки нам очень пригодятся. Я не знаю, кто ты такой, но Цербер угрожал безопасности мигрирующего флота, и этим все сказано. Для этого ты и здесь, Тали. Мне нужны те, кто не состоит в Цербере, те, кому я могу доверять. Я не причастен к инциденту с мигрирующим флотом, но твое недоверие понимаю. Надеюсь, мы преодолеем разногласия. Я полагала, что ты, Шепард, здесь как тайный агент, и, может, даже планируешь уничтожить Цербер. Если это так, я одолжу тебе гранату. Если нет, буду работать ради тебя, не ради них. Если что, осмотри систему Нормандии. У нас тут произошла модернизация. Я предоставлю Тали Зоре необходимый допуск к нашим системам. Да, пожалуйста. Я не смогу помочь вам, если не буду знать, как работает корабль. Помни, Шепард, они были за то, чтобы порабощать слуг Торианина и Рахни. Я буду в техотсеке. Не забудь представиться Сузи, нашей системе искусственного интеллекта. Кажется, ей не понравилась идея ИИ. Так, да. Была какая-то там история с кварианцами и искусственным интеллектом, да? Так, нам стала доступна винтовка, да? Урон штурмовой винтовки. Так, прототипы, переподготовка не нужна. Текс, давайте поговорим с Тали, где она у нас там. Вы получили новое сообщение на личный терминал. Хорошо, я проверю. Так, где у нас Тали? Она у нас где-то внизу, да? На инженерной палубе. Гару что-то сотворил с главными орудиями, теперь они стали в два раза мощнее. А ведь это здорово. Ну да, не волнуйся, я немного поменяю настройки передних конденсаторов. Баланс восстановится. Шепард, чем могу быть полезна? Надо поговорить. Есть минутка? У нас не было времени особо пообщаться, пока мы расправлялись с гетами на Хестерме. Поверить не могу, сколько народу погибло. Еще раз спасибо, что вытащила Ригора живым. Все ради данных о взрывающихся звездах. Надеюсь, коллегия адмиралов найдет им применение. Что-нибудь слышала о Кал Ригере? Его ранения оказались несмертельными? Он прислал мне сообщение. Похоже, скоро он полностью встанет на ноги. Любая дырка в скафандре может служить плохую службу. Ригер выкрутился с относительно небольшой инфекцией. Расскажи мне о коллегии адмиралов. Это одна из двух наиболее влиятельных политических сил моего народа. Адмиралы принимают решения, касающиеся обороны и требующие немедленных действий. Кроме того, они рассматривают самые серьезные преступления, такие как измена. Второй важной политической силой является конклав, группа представителей каждого корабля. Они принимают большинство законов и решений, касающихся флота. Есть новости по отправленным тобой данным? Думаю, какое-то время новостей не будет, по крайней мере, по незащищенному каналу. Проблем с возвращением на Нормандию не было? Мне нравится спокойствие, хотя не хватает старых друзей. Пресли, инженера Адамса, остальных. Мне не нравится, что кораблем командует Цербер. Ты уверена, что поступила правильно, когда согласилась работать на них? Я заметила какую-то напряженность на пути свободы, а потом и после твоего возвращения на корабль. Что Цербер не поделил с кварианцами? Они напали на один из наших кораблей, Иденну. Похоже, они пытались убить или взять под контроль молодого человека-биотика, находящегося на флоте. Подробностей я не знаю. Я знаю, что Цербер является врагом кварианцев. Я абсолютно уверена, что они предадут нас в какой-то момент. Мы будем готовы. Я рада слышать это, Шепард. Дай знать, когда понадобится моя помощь. А сейчас мне нужно возвращаться к работе. Спасибо, что зашла.
Да, тут почему-то Тали не сообщили, что капитан вообще-то женщина. Так, Талия, а у тебя есть какие-нибудь предложения по поводу того, как... О, улучшение Нормандии, точно. Ты можешь сделать что-нибудь, чтобы у Нормандии было преимущество над кораблем коллекционеров? Конечно, могу. Если будут необходимые ресурсы, я могу усилить наши щиты. В прошлый раз коллекционеры легко прошли сквозь защитный барьер Нормандии. Мои улучшения сделают нас менее уязвимыми. Текс. Что у нас там? Модификация корабля, многоядерные щиты. Отлично. Шепард, чем могу быть полезна? Давай еще раз поговорим. Нормандия доставляет тебе какие-то проблемы? Тебя умоляю, Шепард, я кварянка. Дай мне кусок металла, электронную плату и нулевой элемент, и увидишь, что я из этого сделаю. Меня пугала перспектива работать с инженерами Цербера. Они знают, что делают, и ведут себя вежливо. Как там Нормандия? С ней все в порядке? Можно говорить что угодно про Цербер, но корабли они строить умеют. Состояние Нормандии лучше, чем когда-либо. Правда, я не уверена, что она сможет выдержать атаку коллекционеров. Сейчас я работаю в этом направлении. Так, ну, улучшение мы сделали, да? Ну, тогда не будем мешать тебе работать, Тали. Поговорим позже. Текс. Мы установили на Нормандию новый клевый щит. И это очень здорово. Пойдемте почитаем почту. Что у нас там на почте? Так, важная просьба от Ганак Эрхал Эсквайр. Уважаемый господин или госпожа, проконсультировавшись с моими коллегами в Цитадели, я имею честь обратиться к вам с просьбой о перевозке крупного протанского груза, обнаруженного на Илосе. Этот груз был признан опасным и заперт в карантине. Проверки показали, что все опасения беспочвенные. Но, несмотря на это, карантин остается в силе до сих пор. До тех пор, пока кто-нибудь не сможет оплатить экспертизу груза Министерства культуры. Зная о вашем интересе к протеанской технологии, я буду рад передать вам большую часть груза, оставив себе меньше половины. Будучи батарианцем, я не могу участвовать в официальных мероприятиях совета, но если вы перешлете мне нужные для оплаты 20 тысяч кредитов, сделка состоится к нашей обоюдной выгоде. Прошу вас срочно предоставить мне реквизиты вашего счета для списания средств. Кажется, нас опять забрасывают спамом. Так, от коллегии адмиралов мигрирующий флот. Капитан Шепард, коллегия адмиралов одобряет запрос Тали Зоры вас Нима с приложенным к нему данными с Хестрома о переводе в ваш отряд. Тали Зора извещена о том, что от нее могут потребоваться в случае необходимости определенные услуги для мигрирующего флота, но фактически она будет находиться в отпуске до окончания выполнения вашего задания. Тали Зора сама решила присоединиться к вам, но, возможно, в ее решении сыграло роль то, что во время паломничества вы были ее капитаном. Коллеги адмиралов надеются, что вы будете обращаться с новой подопечной уважительно, как того и заслуживает почетный член флота. Коллеги оставляют за собой право незамедлительно принять соответствующие меры в случае, если в результате вашей халатности Тали Зоре будет причинен какой-либо урон. Угу. Ха-ха. Интересно так сидеть и настраивать, значит, спам-фильтры в почте на Нормандии, да? Чтобы всякие письма счастья не приходили лишний раз, да? Вот. Кормим рыбок, чтобы не повторять своих ошибок. И я думаю, что сегодня было достаточно насыщенно. Мы здорово побонзались с гетами. Так что всем спасибо за просмотр и до встречи в новых сериях.